буйная. Я заперла свою лирическую героиню в кладовку, чтобы она не кидалась в людей своими историями и не распугивала проходящих по дороге мимо дома. Совсем одичала без общения с другими. Молодая дерзкая гнет свою правду матку, как будто она кому-нибудь интересна или нужна. Я ее урезониваю, говорю, ты же литературный персонаж. Зачем тебе правда? Живи себе в мире иллюзий и фантазий. Гоняй свои сиреневые туманы. А если надоест, можно сменить цвет и ориентацию. Нет, нет, отвечает. И рвется, рвется. Как бы не вырвалось снова. Вы уж того, если встретите ее где, то сообщите адрес. Буйная.